жидкости 40 литров, значит, по сухим удобрениям по баку 60 литров. Производительность у него порядка 22-25 гектар в час. Выше на дроне. А скажите, полетное задание, получается, карту как вы сюда отгружаете, либо обход, облет, первоначально? Обход, облет, в ручном режиме, без разницы. Да? Так же, как DJI, любой. Понятно. То есть примерно та же самая схема, да? Да, Джоя, то же самое. И Б, конечно, это работа очень помощника пилота, самого пилота. Только облет можно сделать, пришел. Часто поделить его можно. Батарею, заправка, разделение можно. Уже не делится. Работа монотонная. И так, 30-м он получается менее производительный, чем 540-й. Один пилот, один помощник. Сколько дронов там подходит? Два. Не больше. И то, ну, как бы это нужно... Профессионалом быть, как бы. Поучиться, да. Потому что... Ну, вы прикиньте, да? Вот, казалось бы, 40 литров. Условно говоря, там 40 литров, да? Но 40 литров каждые 12 минут ты должен залить. Это должна быть нормальная станция, не ведрами залить. И поставить батареи, да? Ну, ты два раза. А ты сколько должен за 8 часов это сделать? Поэтому, на самом деле, это тяжелая достаточно работа. Вот. И второе, что я хотел бы сказать, что кроме этого, им можно сеять. У нас меняется, соответственно, емкость на высевающий аппарат и мелкосемянные культуры, горчица там, так далее. Можно сеять даже мы, то, что меньше федераты. 10-15 килограмм, можно сеять им, и это по продуктивности актуально. То, что выше, можно сеять, но это по выработке не будет интересно просто. Вот, но мы будем летом проводить как бы мероприятие уже в поле, вот, где можно будет посмотреть, и там будет более старшая модель, то есть уже на 70 литров представлена. Ну, вот. Поэтому там можно будет вживую посмотреть, как это работает. Ну, сейчас коллеги, одно из хозяев вопрос задала. Можно ли посеять федерат масличную редьку? И вопрос, в чем интересен, там условно надо где-то 30 литров на гектар. 30 килограммов на гектар. И масличная редька, само семечко достаточно, ну, крупнее, чем лен там, и так далее, и так далее. Тем не менее, для федератов тема интересная, экономически обоснованная, обработал 12 метров захват, ну, посеял, обработал, мелко обработал, у тебя готовый федерат. Вот почему бы и нет. Это выгоднее, дешевле будет, чем сеялка. Да, для, ну, по, из опыта тоже, вот мы поле пробовали засеять горчицу, да, 10 гектар. Ну, на все прошло, с настройкой, калибровкой у нас ушло где-то порядка, ну, 20-25 минут. Ну, это именно разнесение по полю, плюс там заделка еще была. Потом, да, ну, заделку мы не считали, у нас просто были условия такие, почва была влажная. Вот. То есть это делалось прямо после дождя, мы не заделывали даже ничего. То есть она по-хорошему, да, нужно пустить потом легенькие бороны пружинные, заделать, и будет тоже очень хороший результат. Ну и также за автопилотом, то есть принцип работы мониторинга на нем тоже, то есть только данные приходят разные. На сегодняшний момент эта программа, она сейчас на английском языке, ну и буквально сейчас на финишной прямой, то есть буквально через 2-3 недели это будет русская версия, которая будет доступна для российских пользователей. Можно четко увидеть вверх, если драфтный 5, первый фермер, и второй посев, и третий задание, четвертый каптер и последний моторинг. Дроны помогают фермерам четко узнать свое состояние. Первый это каптер поле. Здесь мы можем импортировать через несколько
with Fowler, SHP, теперь это самый популярный. И после этого мы можем узнать корзину поле и площадь, и здесь тоже может делать изменения. И фермеров можно добавлять свой фермер оборудование. Это сейчас вы можете смотреть это все на китайском языке, потому что мы, наши фермеры писать на китайском языке. Это имя трактор. Здесь можно смотреть вот стоимость про ваш сколько вы тратили на свои операторы, материалы, химики, сколько вы уже использовали, сколько площадь, и удобрения, и семена, и вода, и так далее. И второй, мы можем сделать свой план посев. Здесь есть картина, это месяц, в котором месяцев вы хотите делать посев. Какое семена вы сделали? И вот уже план. Это карта. И еще последний, тоже карта NDVI. Можно все четко смотреть.